Алиса, солнышко, что ты делаешь? Я играю со своими любимыми маленькими игрушками, мама. Ах, с этими? Да, давно мы их не доставали. Только знаешь что, Алиса, сейчас уже поздно, пора ложиться спать. Давай-ка сложим все твои игрушки в коробочку. Закроем ее крышкой, а сами пойдем переодеваться. Ну, давай я тебе помогу. Вот так, ложись и снимай свое платьице. Ну-ка, вытаскивай свои ручки, умница. Теперь нужно надеть подгузник. Вот так, отлично. Сейчас наденем пижамный бодик. Ну-ка, давай, просовывай вторую ручку. Молодец! Завяжем наш бодик на маленький бантик. А теперь наденем розовые ночные штанишки. Ну вот и все, малышка. Держи свою подушечку, одеяльце и погремушку. На, засыпай, мое солнышко. Мама, мамочка, а где же моя пустышка? Без нее мне сложно заснуть. Солнышко, разве ты забыла? Сегодня твоя пустышка потерялась на улице, и мы забыли купить тебе новую. Так что одну ночку придется поспать без пустышки. Закрывай свои глазки и засыпай. Как-то сложно заснуть без пустышки. Вот так-то лучше. Эй, Алиса, ты что делаешь? Нельзя брать ручки в рот. Ты разовьешь плохую привычку. Нет, мама, я хочу. Алиса, убери ручку изо рта, сейчас же. Ну ладно, не плачь, я кое-что придумала, смотри. У меня есть резиновая сосочка от бутылки. Сегодня она будет служить тебе пустышкой. Ну-ка. Вот так. А чтобы ты не брала свои ручки в рот, наденем на них белые носочки. Вот, отлично получилось. Теперь можешь спокойно спать, мое солнышко. Пусть тебе приснятся сладкие сны. Вот так я сегодня укладывала спать мою Бобибон Алису. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Пока!